Вчера состоялось очередное заседание регионального правительства, на котором Олег Ковалев поручил усилить контроль за выходящим в рейс маршрутным транспортом. На прошлой неделе в Рязани произошел инцидент, который и привлек внимание регионального руководства к этому вопросу. На остановке у Полетаевского рынка дотла сгорела маршрутка. Провести тщательную проверку всех этих технического состояния. Проверить, как владельцы обеспечивают транспортные средства средствами пожаротушения. Исправность аварийных выходов. Проверить квалификацию водителей. В целом принять все меры для того, чтобы владельцы транспортных средств навели порядок там, где есть нарушения, устранили эти нарушения и выпускали в рейсы транспорт только в исправном состоянии. Само собой, говорить о необходимости тщательности проверки выходящего в рейс общественного транспорта говорить не стоит, это факт. Зато о проверке физического состояния самих водителей лишним напомнить не будет. Сегодня утром на улице Юбилейной в Рязани за рулем маршрутки умер водитель. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. В момент происшествия пассажиров в салоне не было. Ежедневно перед выездом состояние водителей проверяют медработники. При этом нередко сами перевозчики пренебрегают элементарными правилами безопасности и выезжают в рейс сразу из дома. Согласитесь, многие из вас видели припаркованные на ночь маршрутки возле многоэтажек. Логика простая. Выехал пораньше, попал в час пик, заработал побольше денег. Стоит ли оно того? Само собой, далеко не в каждом случае представляется возможным выявить серьезные проблемы со здоровьем, просто померив температуру и давление. Но когда твоя профессия подразумевает ответственность за жизнь и здоровье людей, стоит прислушиваться к своему состоянию и относиться к здоровью и профилактике более щепетильно.